Даже ты тогда со своей мамой исполняла. Что исполняла? Как бы мы с вами вместе идем к нам, но что именно исполняла, как бы? Сейчас бухнет и будет интересней. Зря, что ты нас плохо знаешь. Она нас лучше знает, надо заходить в трансляцию, надо смотреть. Мы не пьем и не курим, это говорим каждый раз. Да, нам это будет хранить. 181 трансляция, каждая трансляция здесь записана. Сможете пересмотреть любую трансляцию, самое интересное будет. Ну, мы вдвоем зажигали тут. Ну, как бы сейчас здесь практически вдвоем зажигаем, можно так сказать. Ну, было когда-то, да? Маме бухать не надо, вы бухи по жизни. Да, да, да. Никакой приват я никому не обещала, потому что я никогда не выхожу в приват. Я 30 раз говорила, если что. Так что, надо бы право что-то понять. Каждая трансляция 181 раз это было сказано.
Почему вы не танцуете с подругой? Подруг никогда не было. С мамой, если что, мы сами ее в этот канал. Будем маму комплиментами одаривать. Подпишите, я передам. Поднимай грязь, будем делать. Не. Не надо не соврали. Активная деваха. Семнадцать дней.
Ну да. А что, мне 30, что ли? Я не знаю, сколько у меня. Мне 17. Вы мне прям так пишете, как будто я не знаю. Да мне реально 17. Ты не похожа, что ли? Я из маленького красивого городка. Да, давайте сыграем угадай. Угадай, где я живу. Давайте прямо сейчас. Какого? Область. А ты угадай. Все угадай. Дальний Восток. Россия, да, Россия. Нет. Нас, по идее, долго угадывают, ну, интересно. Не шарю. Волгоград, нет. Дальше. Да не угадайте, не угадайте. Для 17 ты прям огонь. Спасибо. О, спасибо за супер сердечко. Спасибо. Спасибо, спасибо. Подписываемся на мой канал. 241 подписчик. Да.
Истикова веяльца. И также говорим спасибо всем, кто нам помогает, кто скидывает донаты. Даже после эфира некоторые люди могут скидывать донаты. Мама, у тебя менеджер личный. Да, именно да, это да. Увезу на Дальний Восток. А при ага. Я смотрю, ты кроме Дальнего Востока больше мешаешь. И в каких городах. Я дам тебе подсказку. Наш город на букву «Х». Ну, такого как бы женского отклика. Да, «К». Да. А дальше что? Не, не Красноярск. Говорим женского рода такого. Ну так и чё, какой город ты у нас? Ну не Каиб, конечно. Нет, 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 нет. А вот город, да?
приваты не хожу. Да если бы от чистого сердца, то... Казань? Нет. Не, не Казань. Приваты здесь не ходят. Канал развлекательного содержания, такого для общения. И не более того. Да бля. Да бля. Стова, Стова. Я знаю, Кострома. Правильно. Где кто сказал тебе? Кого спрашивают? Кострома. Ну, рассказывай тебе, как ты догадался. Сим, человек, как ты догадался? Никто не сказал. Чего, в Яндексе поступил? Google. Ну, имеешь представление о нашей стране? Надо сразу картинки выставить, да? Я так и почти, Нет, не имею. Вот теперь имею. Значит, он первый раз слышит, да, в таком городе? Да. И он на наших трансляциях также первый раз. Мы снимали набережную, мы снимали парк Победы, да, мы снимали детский парк. У нас 181-я трансляция сегодня. Зайдите, посмотрите, все трансляции у нас записаны. Отмотайте на много-много-много трансляций назад. Подписывайся на канал Кристи Карамелька в Ютубе. Кристи Карамелька, 241 подписчик. Добавься, подпишись. И так Кристи Карамелька принимает донаты на карту Сбербанка. Это как я спрошу за Белгородск, Хабаровск, Благовещенск, скажите чего? Биробиджан. А что тебе сказать? В смысле? Что? Кому не знаем, как управлять города? Я вообще ничего не знаю, как обычно. Обычные города, как все в России, так? Так. В России, ну все вот. В России все одна, естественно, все одно и то же. Один больше, другой поменьше. Вот и все, серо, тускло и противно. Ну, у кого-то зелено, как у нас, и сказочно. У кого-то асфальтно и противно, вообще серо. А где-то есть Анапа, Сочи и рай. Ребят, скучно, скиньте на рублю. Развеселите. Ну, естественно. Развеселите мамочку, скиньте 100 рублей. А то я узнаю сейчас. Оля, я думала даже про это. Мне нравится, как ничего думать. А берешь, садишься. Скажу просто, сажусь и все. И разговариваю. Типа, да, ладно. Наш канал какой? Развлекательно-разговорный. Развлекательно-разговорный. Давайте тему покалякаемся.
меня когда есть энергия для танцев, когда нету. Как бы это нормально. Спасибо. Как настроение? Обычное. Скучно без да, безразлично. Да. Она ведь так это трансляцию будет говорить. Фигать. Это реклама. Да. Всякого рода. Нет, я не учусь, я школу закончила, сейчас помогаю маме по работе. Поступала на руководителя театра. Но там я недолго проучилась, так как там стали сильные нагрузки, меня здоровье не выдержало, и я ушла оттуда. Вот, сразу говорю, потому что это вот просто постоянно мне говорят. Как бы вот так. У нас есть постоянные вопросы. Да. Это учишься ли ты, сколько тебе лет? Да. С какого города? Да. Это постоянные вопросы. Ну да, ходовые вопросы. Ну, можете задать вопросы, вот пока Кристина Карамелька сидит, вы можете задать ей вопросы. А дай, дай какие-нибудь, как будто уже 30 раз вам задают. Ну, любые. Кроме тех, которых мы перечислили, это уже все говорилось в каждой трансляции. Как тебя зовут? Ее зовут Кристи Карамелька. А, невнимательный. Вот, я так знала, что ты такой. Смотри, видел в профиле. Раз увидел в профиле, значит подписывайся. Давай, подписывайся. Как логично, да? Посмотрим. Подписан. Спасибо. Молодец, а? Ой, какой молодец. Вай-вай. Спасибо, сердечко, ко-ко-ко. Детей еще нет? Какие дети? Мне 17 лет, ты что? Я ее на ребенок, я младенец. Что вы говорите такое, ребята? Елена Калинникова? Кто это? Кто это такая? Кто такая Елена Калинникова? Пайпел. Да. Да. Она самая. Она самая. Ну а шо? А шо, а не шо? Это я. Я это. Да. Это моя настоящая, сегодняшняя фамилия. Сегодняшняя? А потом типа это, да? Нормально. Нет, Пайпели, да, я Елена Калинникова, а так я, если в социальных сетях, то я Елена или Алена Бусаева. Это в социальных сетях. Сетях. А по паспорту, да. Это не моя фамилия. Приобретенная. Да. А так кто мы? Ах, какие. Yeah.
А у нее нет своего пайпела этого, потому что... Тоже мне 18. Как только вот ей сейчас исполнится, через 5 месяцев 18 лет, так пайпел я сразу перебазирую на ее. Да, и все. Да. Так что кто может скинуть на этот пайпел для Кристи Карамельки? Вот. То, пожалуйста, можете скинуть. Мы будем очень благодарны. Также для тех, у кого карта Сбербанка, если кто-то просто от чистого сердца хочет скинуть, поделиться копеечкой. Копеечка. И также спасибо всем, кто нам скидывает и на PayPal, и да, на Сбербанк. Щедрым людям, мы все с ними дружим, мы их ценим, мы их любим. Спасибо. Пять человек, и никто ничего не говорит, а? Потому что они, наверное, это... Инглиш, как обычно, ага. Вот у них, да, у кого жопы какой вся, вот это, да. Просто мне по сердцу, ты весь, и тени не спят.
Подпишись на Кристи Карамельку в Ютубе, 241 подписчик. Также подпишись здесь. И также Кристи Карамелька принимает донаты на карту Сбербанка и платежную систему PayPal для тех, кто за границей. Да. Скинь 100 рублей, будет тебе счастье, если среди вас есть щедрые люди, которые могут поделиться. Мы были бы очень рады. Кстати, Вася, надо начать. Заметила? Да, потому что... Потому что я здесь купаю. Пять раз. А второй раз, видишь, никто не скидывает. Но дело не в этом. Это все шутки шутками, но... Не пишут, все смотрят. Не пишут, все смотрят. Да, к сожалению. Я в театральном режиме сюда смотрю. Не говорил об этом. Только в театральном режиме. Типа комментарии не пишу. И случайно зацепим тусовку из друзей. Пусы взрывают колонки на помощок диджей. Весь вечер по ушам ездят свежие песни. Давай спеши отсюда, будет интересней. Давай нормально. Как ты себя чувствуешь? Я? Устал я себя чувствую. У меня когда есть энергия танцевать, когда нет энергии, как у меня по-разному. Сейчас у меня энергии танцевать как-то нет. У меня по-разному танцевать. Я выхожу в трансляцию, думаю, то, что буду долго танцевать, но по факту выходит уже можно. А по факту вы всю энергию высасываете, выглядит. У тебя глаза как-то уставшие, да. Они постоянно такие, я уже привыкла к этому. Так кто это? Кто пишет это? Я даже честно, в прошлый раз, я так и не спросила, как тебя зовут. Я так, кто? Ну, который нам донат сбросил. А, спасибо тебе, кстати. Да, спасибо большое, еще раз. Окей. Я сама не знаю. Я спрашивала про это. Как тебя зовут? Так и молчу. А что ты хочешь сказать свое имя? Ну, соври. Ну, соври, главное. Мы же должны тебя как-то называть. Но так как-то некрасиво будет. А то ведь дяденькой назовем.
Да, я зайду. Я надеюсь, что будет слышно. Я на это как бы не знаю, будет слышно или нет. Потому что здесь надо обычно бывает. Не бывает. Обычно, да, обычно эхо. Здравствуйте. Вроде нормально. Да, я тоже. Или нет? Обрывками. Обрывками. Пык-пык-пык-пык. Да. Блин, ты вообще никак, только звук. Не слышно ничего. У меня такие пальцы началось. В общем, короче говоря, тебя не слышно. Да, у нас, кстати, так часто, но есть люди, которых вообще идеально слышно. Ну, идеально слышно, я не знаю, тех, которые... Сейчас вот... еще раз попробуем. Надо еще раз попробовать. Нет. Ничего не слышно. Вообще ничего не слышно. Нифига себе. Ну-ка. Короче, давай тогда потом. Плохо слышно, не знаю. Как-то вот обрывками, вот как вот было раньше. Твоя моя не понимает. Да, нет. Не получается. Не получается. Далеко. А тот-то чувак, когда нам звонил очень давно, он ведь из Москвы был, да? Так слышно-то было. Ой, идеально, да, да, просто было там слышно. Где-то это... в апреле, когда звонил какой-то. Да. Он звонил из Москвы, а поскольку мы недалеко, поэтому было слышно идеально. Кстати, вот этот артист. Ну, артист, да, кстати, его тоже. Артист бывает в эфирах звонит, да. Звонил подолгу, его тоже хорошо слышно. Угу. А он, я не помню, откуда. Ты сейчас пушу просто, ему уже голова не закрутится. Так что, ребят, легче писать. Как бы, говорю, не у всех хорошо звук. Не у всех, да, бывает хорошо. Это, походу, в перископе что-то. Я не знаю, у нас часто такое бывает, мне говорят, типа, одевай наушники, но... Ну, это как-то глупо. Я не хочу одевать наушники, чтобы, к примеру, да, ничего не изменится. Ну, мне тоже так кажется, ничего не изменится. Нет, изменится, наверное, только лишь вот этот гул пройдет, ничего. Типа эхо. Да люди, типа, на него жалуются, на это эхо. Это, типа, эхо пройдет, типа, нормально будет. Я не знаю. Ну, у него ты вообще не поймешь ничего, уже волна. Да, очень сильно, как бы, вот, где-то далеко. Не близко, а далеко где-то, вот. Ну, не чистый звук, как бы, идет. Да. Поэтому вот. Но сейчас там не эхо было. Сейчас было не то, что там эхо, там было просто съедались слова. То есть пэк, мэйк, пэк, пэк, пэк. Да, бывает такое. Да, у нас бывает такое, когда просится, поэтому я не всегда принимаю именно вот, особенно иностранцев, так как я их не пойму и плохо будет. У меня тут такое было, вы бы офигели. Да, а что было? А что у тебя там было? Что-то доллар нарисовано. Слушай, а что у тебя было? Типа три раза повторяется. У него? Да. Каждое слово? Что? Из чего? А чего повторяется? С перегрузом. Хрипит. Да, связь. Ну, так еще бы. Ты же далеко. Хотя я не знаю, знаешь, здесь много вроде людей общаются, ничего. Ну, видишь, до нас как довольно. Да, потому что.
Я это не говорю, к сожалению. Так что за мюси дрестандинкс начался. Я не знаю английский, я не выговорю это. Это он говорит? Да. Я тебе говорю, твоя моя не понимать. Говори попросту, по-деревенски. Да, по-деревенски. По-деревенски, говори, понятно. Непонимание. Что? Типа, так что за непонимание? Типа, тут происходит? Понимать индерстанд. Если правильно выговорю. Слушай, мы не знаем английский. Да, нам легче прямо вот так. Говори, как есть. Да. Эй-хей-хей, хали-гали. Эй-хей-хей-хей-хей. Давайте еще раз попробуем. Кто записал? Показать. Я не поняла. Сейчас. Это очень сложно. Да, вообще слова глотаются просто. Я не понимаю, слова глотаются. Если было бы тут бы так легко, мы бы общались. Тут мы спокойно с некоторыми людьми общаемся, как бы, а бывает то, что связь вообще, фиговая связь. Как бы вот. Покажу потом. Покажу потом. Чего? Я не знаю. Я живу на одном, а ты на другом, на высоком берегу, на крутом. Поэтому тебя не слышно. Сейчас поплывут расписные. Давай, проплывай. Знаешь, когда говорят, типа, о чем поговорим, я сразу не знаю. Погода нормальная. У меня аж даже голос пропал. Погода нормальная, теплая. Плюс 20 с чем-то вроде. Я гулять не выхожу, так что я не знаю, если только вот максимум до работы утром. Нормально. А у вас как погода? Как звука нет? В смысле звука нет?
А сейчас? Я просто думала, может, у меня тут настройка в дело. Кто веки узнает. Слышно? Я не знаю, честно. Все слышно? Нормально. Ты думаешь, у меня настройка в дело? У нас погода нормальная, как бы плюс 20 с чем-то, вот, и, ну, в принципе, я не гуляю, но вот утром, когда мы едем по работе, то нормальная погода, как бы. Не скажешь, что осень. Ну, не знаю. Не знаю, Москва так-то близко к нам, но у нас намного отличается, потому что, не знаю, у нас нет никакого дождя, у нас все спокойно. Согласна. Хотя я, в принципе, не гуляю, мне как бы без разницы, какая погода. Хоть дождь, хоть гроза, я не знаю, там, без разницы. Ну, а с кем мне гулять? Как бы, если утром мы собираемся на работу, потом приезжаем домой, и все, как бы, а что еще делать? Мне гулять не с кем. А места сами есть, но особенные. Ну, я не знаю. Ну, места типа особенные. Где? Ну, тут у нас. В нашем городе? Ну, то есть, как бы, почему я не гуляю? Почему ты не гуляешь? Да. Потому что ты с мамой сидишь. Ну, дело даже не только в этом. То, что, как бы, вот... Мы с работы приходим, и все, как бы мы дома, что тут, ну, что делать? За домом гулять, и все. Даже если просто, допустим, ну, не знаю, 10-15, за домом гулять, все. Как бы что дома, что за домом гулять, ну, я не знаю. Ну, мы, допустим, летом, да? Мы же посещали там набережные, пляжи. Ездили как-то. Снимали. Нет, мама не пускает просто, она же признает.
Не, подожди. А куда пускать? А чего там делать? Куда бы она меня отпустила бы одну, да, когда нету ни друзей, никого, если просто так вот, ну, к примеру, понять, то что как, я гуляю везде с мамой, хожу везде с мамой, работаю с мамой, как бы, о чем вообще речь идет, как бы, если тут только так. Реально. Мы снимали трансляции о том, как мы гуляли там везде, по Волге и не только. Мы это все снимали, как бы, если вдруг какие-то там всякие интересные места. А так что, ничего интересного, ну, нет. Ничего у нас интересного нет, совсем ничего. Да. Ничего. Куда здесь, нигде там, не знаю, там, всяким интересным местам не походишь, место уже как бы не первый раз. Да я пошутил, ты же ее спросила, почему не гуляешь. Она сразу ответила, с мамой сидишь. Не, ну гулять-то она куда пойдет? Одна она пойдет. Ну выйдет она из подъезда. Ау-у-у. Да, и все как бы на этом заканчивается все. Как бы если раньше у меня были друзья, то я как бы с ними гуляла. Все выросли, все разбежались, это все. Да понял, я понял, все. Ну, и продолжаем разговор. Чего ты подевался? Ты думаешь так быстро написать? Хочу. Надо еще подумать, о чем написать. Я думаю, что тут у меня связь тормозит. Наверное. Типа задержка большая. Чё другие вообще сидят? Ну, тут 4 человека, но просто то, что... Молчат. Дело не в этом, тут просто много этих англичан. А как они напишут? Они пытались мне писать, а как я им что отвечу? Хоть бы что-то кто-то сказал. Скажут только наши, особенно те, которые постоянно тут. А English, он скажет, но я ничего не отвечу, поэтому то, что я не знаю английский. Так что болтай ты. Привет, солнышко. Кто это там? Привет. Перевет. Перевет? Да. Только я все равно не знаю, кто это. Как бы те, кто пишет постоянно, я их прям этот... Ну, прям вот знаю. А те, кто нет... Ну, я раньше тоже, когда я снимала, постоянно был телефон у меня в руке, я тоже всех знала. Всех. Всяких там даже плохих, всех уже знала. Как тебе фамилия моя? Департамент. И что это? Просто плохо вижу.
плохих на... Запоминали всяких. В блинчик сразу. В блинчик сразу. В блинчик сразу. Ну, таких людей. В черный блинчик. Господи, вы говорите хоть попросту. Так чего тут, ты так понятно, ведь не с намеком. Мне сейчас не понятно. Давай достигнем максимальной тишины. Я помню, была одна поганка, все писала гадости. Вот тогда, в апреле. Постоянно она приходила на эфир и все время писала гадости. То тебе, то ты жирная, вот, ну, ты, значит, то я там какая-то старая, то я там такая, то ты там рассекая. Все писала гадости, гадости, гадости. Вот. А потом такая пишет: ой, да они мне нравятся. Уже через, там, через месяц. Да, типа, они добрые. Они добрые, они мне нравятся. Да. Потому что ее нахуй, нахер не послали ее сразу. Это для шоу нужно. Да. А еще, знаешь, вот тогда набегали. Какая-нибудь одна малолетка забежит. И за собой позовет штук там 5-10 таких же тявковых. И вот они между собой общаются, и нас обсирают. Ой, а другим это интересно, все читают. Ой, такая, я даже не успевала читать. Так вот. Она нагнетает обстановку. Мне даже такие вот тявкалки нравились одно время. Потому что я сижу, ты танцуешь, да, допустим. Я тебя в это время снимаю же тогда. Не так стоял телефон, я снимала. И мне интересно было их перекличку тут читать. Много разных людей было, конечно. Ну, за все это время. Вот там. Хороших. Все. Нормально было все. Я вообще не обращаю внимания на все вокруг в перископе. Ну, у нас вот было весело тогда. Коммент и тому подобное, ты такой поток смешных зарядов. Сколько мы прикалывались, да? Ну. Прикалывались, веселились, переодевались. Ты, конечно, наверное, не смотрел старые трансляции. Возможно, нет. Да, конечно же, нет. То есть это надо... Они долгие там очень. 180 трансляций, к примеру, отмотать. Не 180, ну да, 180 трансляций отмотать и начать смотреть каждую. Это не каждый будет. Я не знаю вообще, они все видны ли? Ты видны? Я все просмотрела. Не надо ля-ля, кругом-то поля. Не, ну если, допустим, просто перелистать... Если просто так, перекидами, то это не то. А если вот сидеть и смотреть... Да ты чё, ну не... Ну, только если перелистать хотя бы просто, ну, тебе вникать, понимаешь. Тебе всё. Бы не хватило бы полгода. Ок, согласен. Ну, я же вижу, я же чую.
Иначе бы, если бы ты все смотрел, ты бы видел бы наши прогулки, как мы готовили. Но я заглянул в каждый. Сейчас будут вопросы от мамы Лены, да? Да. Как назывался парк, в который мы ходили? Не детский, а парк. Такой вот, там определенная тематика в этом парке. Прогулок не видел. Вот видишь, вот и здрасте, вот и приехали. Парк не видел. Вот и все. Значит, ты ничего не видал? Нет. А чего ты смотрел? Что ты смотрел? На маму Лену смотрел, восхищался, говорил, ой, какая свящая конфетка, да? Что ты смотрел? Что ты не смотрел? Ты смотрел, сколько я вот здесь придурялась, танцевала, переодевалась? Ты, наверное, до этих трансляций точно не дошел. Посмотрел, наверное, какие-нибудь там месяц назад, и все. Набережные видел? Не видел. Пляжи видел? Не видел. Парки видел? Не видел. Как мы готовили, видел? Да нет, конечно. А чего ж ты смотрел? А в другой комнате ты видел, как другую комнату нашу видал? Не видал. Вы имитируете акцент азербайджанский. Не мне показалось, я вас мало видел. Он меня мало видел? Все трансляции пересмотрел, но меня мало видел. Вот это да, вот это номер. И мне показалось, что вы редко вдвоем танцуете. Ой, мамочки родные. Слушай, мы не танцуем месяц вдвоем. И то, три недели назад я... Вот последний раз танцевала 3 недели назад. А так весь апрель я танцевала 3 раза на день. Mm-hmm. Май я танцевала 3 раза на день. Июнь я тоже вовсю красовалась. А вот где-то июль и сейчас вот уже нет. В основном только шастала по улице. А вот апрель, май, и это просто мой звездный час. А ты не видел. Ну как так, а? Значит, у тебя азербайджанский акцент, да? Это не важно, как он меня называет. Он меня не видит. Слушай, я тут такое вытворяла. Я тут целые номера делала. Прямо вот я одна танцевала. Прямо с меня начиналось даже. Прямо мы начинали с меня. Каждый раз с меня. Я с пистолетом. Я и на полу крутилась. Я тут по потолку бегала, а он ничего не видел. Слушай, для кого я танцевала? Каблуки все переломала, да. А он не видал. У них каблуки кривые стали даже. И в штанах, и без штанов танцевал. В полу дырку проломила, а крысы жаловаться приходили. А он не видал ничего. Для себя в первую очередь, как все в искусстве. Ну, и сюда. Слушай, я сгущенки хочу. Никто не хочет мне на сгущенку сбросить. Нет, если честно, я хочу. У вас много азербайджанцев в городе. А кто их знает? Не знаем мы ничего. Нет, у нас, знаешь, у нас в городе армян много. У нас в основном армяне, армянские машины. Каждая там, не знаю, 5-я машина у нас из Армении. Но акцент же, знаете. Слушай, я родилась с таким акцентом. Слушай, родилась, говорю, ай, мама, боже мой. Что творится, что делаться? Слушай, ну фамилия у меня же какая? У меня же фамилия не русская. Джан. Люся. А, Люся. Мама Джан.
Люся. Вообще меня здесь все зовут Let's Go. Let's Go. Let's Go. Меня здесь все раньше звали. Понимаешь, это здесь Кристи Карамелька и Let's Go. И Бомбай Фэм. Потому что говорили часто Let's Go. Потому что я выступала в своем костюме, так скажем, выступательном. Нет, просто у меня такая, как она? Ну, футболка, не футболка. Такая хренотень, в которой я здесь начинала каждый день выступать. И на ней крупными буквами было написано Let's Go. Да ладно, актер пришел под это. Так меня все и прозвали Let's Go. А нет, это другой пришел. Актер театра. А, Бачихи Малых театров. Я думала, это тот Саша, как его там зовут. А это Маша. Это актер театра уже. Или он просто изменил, я не знаю. Здравствуй. А, это ты актер, да. Футболка не футболка, это то, что нужно как раз. Девочка. Привет, актер, выдумщик. Фантазер. Да, фантазер. Мы тебя называли. А, десантники. Десантник это боевой патруль. Десантник это та-та-та-та-та-та-та-там. Потому что мы живем в военном городке, десантном городке мы живем. У нас это не десантники. Да. Идут в стрим. Слушай, мимо идут. Вот так вот идут, вот так. Мимо идут. Я люблю его. У кого? Актер, ты сразу фигню пишешь. Кто это делает? В смысле? А, кошка. Какая мама? У меня здесь кошка просто сидит рядом со мной. Да, это еще цветочки. Когда она прямо засыпает жестко, вот там вот, да. Сейчас придет. Да уж.
актера, наверное, сегодня опять какие-то важные встречи, да, наверное, там с Путиным, как обычно. Или я не знаю. Прям интересно узнать, какая же сегодня будет у тебя встреча? У меня вопрос по недавнему стриму в желтом платье. А что в нем не так? Обычно желтое платье. Кстати, актер акцента. Все, у меня уже акценты пошли. Сегодня концерта не будет. Ну давай. Я жду. Хорошо. Как же так, нет? Не думала, ты сегодня этот дашь концерт. Попоешь. Да, потому что платье очень длинное, как бы. Ой, если честно, я уже все наряды, так сказать, выгуливала, блин. В общем, ты понял, прямо сюда вот. У меня больше нет никаких нарядов. И поэтому я просто уже из всяких платьев, которые у меня вот есть, я в них была уже в трансляциях, я просто делала типа мини-платье, Линочка подвязала, уже новый наряд, и все. Типа как бы так. Ты учишься или работаешь? Актер, вот не надо только сейчас прикалываться, ладно? Ты нас смотришь не первый раз, и ты это задаешь как первый раз, понимаешь? Как бы я тебе уже 300 раз отвечаю на эти вопросы. Тоже прикол, честно. Да, мне очень весело. Нет, что-то не сарказм, мне как бы, да, весело. Бывает в трансляциях, бывает, да, как бы обычно. А, ты не тот актер, ты уже другой актер, да, ты просто сменил тут имя, так сказать, и ты уже не тот. Ну, получается так. Как бы иногда у меня нет энергии танцевать, я чисто там, ну, не знаю, болтаю, то так. Ничего я не менял. Угу. Актер театра. Конечно, ты ничего не менял, у тебя по-другому было написано, если что. Да, я определяю. И вот шорты тоже, как бы... Раньше я стеснялась выходить в шортах, потом так получилось, то, что, в общем, чтобы не было видно шортов, я завязывала платочек, а потом этот платочек у меня резко спал в трансляции, мне было жутко стыдно, а потом я уже как-то, ну, типа, как преодолела этот страх, и мне чисто стало наплевать, я стала как бы в шортах часто выступать уже, там чуть уже не с булками и все остальное, как бы мне стало наплевать уже, и все. Этот актер, он опять прикалывается, он типа ничего не менял, тоже другой актер. Uh-huh. И типа, ты учишься или работаешь? Вот он 300 раз это мне задает вопрос, понимаешь? Uh-huh. Прикалывается уже. Я, походу, голоден. Кто? Я так и не знаю имя. Как... Да что, с ума сошли? Я не знаю, как называть. Дяденька. Не, ну а что ты любишь есть больше всего из еды? Пирожное, мороженое, да? Нет? Не знаю. Слушай, у нас все время еды нет.
Поэтому она любит все вот, что есть в холодильнике, вот на сейчасний час. Вот это если что, я спросила человека. Я задала ему вопрос. Да? Да. Человек пишет, что он голоден. А! Я поэтому не интересуюсь. Круто. Я же так думаю, пирожное мороженое, в смысле. Ну, он тоже, наверное... А, сейчас Люся проник. Он тоже, наверное, будет и пирожное, и мороженое. Люся, она тебе уронится. Не уронит. Не уронит. Ну что там, актер-то все отыграл? Да, концерт он давать не хочет. Да, он ушел, походу. Путину поехал, как обычно. У него сегодня никаких важных встреч нет, походу. Что-то на каждый подъезд, вон там, понаклеили целую депешу чего-то. На каждый подъезд перечень. Зовите меня Данте. Кого? Как? Данте или как это? Данте. Данте. Чего там? Я-то ведь не вижу, что ты там или Дент. Я не знаю, как это называется, как это прочитать. На английском написано. Пиши на русском. Просто по-русски напиши, и всё. У тебя же имя русское. Русское наверняка. Наверное. В еде специальные предпочтения не имею. Но есть же что-то такое любимое, то, что ты часто ешь. Часто я ем. Так, как всегда. Пельмени или картошка. Или супы. Себя не показывай, хоть лишь покажи. Да, ну... Я просто, ну, дальше вот там нахожусь, мне читать как бы неудобно, поэтому я здесь, в уголке. Короче, я не особо вообще задумываюсь о том, что есть. Потому что есть, что есть. Ну да, есть, что есть. Если когда есть, чего есть, без проблем, то нечего об этом задумываться. А вот когда у тебя нечего есть, вот ты думаешь, бля, хамуха, чего поесть, когда нет ничего. Знаешь, то ли белый хлеб поесть, то ли черный. Ага, бывает так, то, что есть еда, ты думаешь, блин, типа одно и то же, тебе этого не хочется. Хочется какого-то разнообразия. Все остальное. Ну, как бы так. Я просто не танцевать не могу из-за низа. Живота болит. Покажи листичку, иди кай, девочка. Чуть вязалка, что ли? Я камеру не хочу держать. Я камеру не хочу. Да. Камера она не хочет. Я уж все видели. Ну что, вышла на сид, калит. Ну, обои тоже все видели уже. Ну и ладно. Так ладно. Реально имя не помнишь моё, значит, моя стратегия верна. Я не помню, говорил ты про имя или нет. Просто ты в аудиозаписях так очень негромко говоришь, и мне даже в наушниках не слышно. Мне приходится очень прибавлять, просто на максимум, чтобы расслышать. Просто очень тихо говоришь и чересчур спокойно. Как бы я не привыкла так говорить.
Поэтому я и не понимаю этого. Системы разных имен вводят в заблуждение. О чем ты сейчас говоришь, а не сразу тогда. Ой. Господи, Люси, зачем ты пугаешь меня? А я тебе говорила вроде там. А что этого? Смешная кошка. Ой, господи! Блин. Я буду орать. Именно. Пуш опять начинается, да? Ну ладно. Нет, мы как привыкли тут говорить? Как-то громко, и может даже как-то бешено, быстро, громко. Люди даже не понимают, а мы как-то, у нас, ну, речь такая. Когда говорят как-то тихо, спокойно, и вроде как начинают говорить резко, а потом тише, 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 ты просто прислушиваешься, и как бы, ну, труднее понять. Кошка не закрыла дверь за собой. Это кот, кошка наверху сидит. Да. Это кот. У нас же кот и кошка, правильно? Да. Рыжий кот. Наглый кот, очень наглый. А серая, которая сейчас все... прыгнет, это кошка. Ай, жопу вам. Блин, у вас тут тоже система заблуждения. Кошка и кот прыгают одинаково. Это прыгает туда-сюда кошка. Да. А кот, он ходит. Он ходит по полу, открывает дверь туда-сюда. А кошка, вот она прыгает по столу вверх-вниз. А это потому что... Часто ходит. И а куда? Это потому, что если бы ты смотрел наши трансляции, то ты был бы в курсе. Сразу потому же. Что все, кто смотрел наши трансляции внимательно, они знают и кошку, и кота. Кто, куда, чего и как. Кот у нас часто ходит пожрать. Вот и все. Нет, у кота у нашего такая привычка. Когда идет трансляция, закрывается дверь, он ее открывает. Да. Закрывает, он с той стороны открывает. С каждой трансляции, особенно вот раньше, поначалу, сейчас уже он, возможно, привык, а раньше поначалу он терпеть не мог, когда закрытая дверь, и он бесперестанно ее открывал то в одну сторону, то в другую. Да он вообще не может терпеть, когда дверь закрыта, да. Понимаешь, его это раздражает. И очень сильно. Люди пришел. Уже знали, они уже смеялись, что о, вот пришел, о, пожрал, о, посол там сходил. Соседям не ходит, не. Не одолжает деньгах на ваше имя. Нет, представьте. В долг не берет, не пьет. Не берет, не пьет.
Пять. Пять человек смотрит, и только один пишет. Вам просто хочется, чтобы все посмотрели все видео? Да ну-ка. Кто с нами давно, так они... Они знают абсолютно все. Они знают наизусть все видео. Да. Вот. Кто там раньше смотрел, потом ушел уже, да? Они все эти видео видели, обсуждали там. Ну, если по 6 тысяч просмотров было сразу, моментально, тут же. Ох, там вообще... Самоизоляцию смотрело много народу. Да я не с такой интонацией написал. Очень плохо. У всех интонации разные. Теперь я понимаю, почему меня выгоняют. Куда? Чего? Это про что? Зато мы не понимаем. Лично я. Да типа с трансляцией. Кто тебе выгоняет? Слушай, откуда тебе куда выгоняют? А? Или количество просмотров видео на канале влияет же? Нет. У нас по-разному идут просмотры, на меня вообще не влияют. Как будут, как вот посмотрят, так и посмотрят. По-разному. Как бы мне без разницы, я не гоняюсь за просмотрами. А чего? Это уже просто уже отснято. Да. Уже все прошло. Да. Уже все это просто для тех, кто хочет просто понять нас, узнать. Да. И просто я говорю, отмотайте, посмотрите, самое интересное было в начале. Вот. На Ютубе у нас никаких там рекламных этих не подключено, к примеру. Там тоже нам, ну, как бы просмотры, да, не влияют. В общем, нигде ничего не влияет. Так вы хотите, чтобы смотрели прям все? Нет, просто чтобы, ну, потом меньше вопросов было, кто мы, что мы. А тут говорят, что мы прям, знаете, там, я не знаю, такие прям плохие люди, ужасные. Нет, ну вот смотри, некоторые считают, что... И спрашивают, где твоя подруга? Ее спрашивают, где твоя подруга? Да. Но... Это постоянно. Значит, он как бы знает, он что-то слышал, он где-то что-то видел. Но понять он, допустим, не может, что это не подруга, а мама. Да. Поэтому я и говорю, пересмотри трансляции в самом начале. Ты будешь, поймешь, для чего были созданы трансляции, как все развивалось, что, чего. Ну, там вот, знаете, вот кому интересно посмотреть трансляцию, там самые начальные, какие писали комментарии, что, чего и как, какие мы были. Ну, и все такое. А то в каком ты городе, сколько вам лет? Кто это? Что это? А мама тебя не будет ругать, что ты тут так вот танцуешь. Да, 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 это очень смешно, конечно. Да, да. Вот до хрена вопросов. Давайте еще раз проверим связи. Связь, давай. Там вроде бы свиньи. Там вроде бы свиньи, даже такое ощущение. Так, я спрашивал, что вы со мной на кем посмотреть все 180 от начала до конца, чтобы понять, кто вы и что вы? Я вас просто хорошо понимаю. В этом желании. Не все 180, а хотя бы начале, правильно? Ну, да. Вы там много говорили о себе. Блин, не надо звучить. Я здесь такой шор. Нет, где-то я такое слышала. Не знаю, может, много таких этих голосов, типа, я не знаю.
Я не говорю, что прямо все 180 надо посмотреть. Я так говорю. Но сейчас более-менее было лучше слышно, если бы не эхо такое. Ну, ты говоришь, как будто мы прям вот заставляем, да, тебя все... смотреть, а ты отбрыкиваешься. Нет, мы не заставляем, мы это не заставляем кто тебя хочет, смотреть, мы предлагаем просто тем людям, у кого возникают такие вопросы, просто посмотреть видео начальные, я даже указываю месяца. Вот и все. Ну, ты относиться долго будет? Ну, а мне кажется, у меня будет недолго, потому что у меня не живота болит. Ну, все тоже почистить. Я думала над этим уже. Как бы, ну, такая трансляция, она же не всегда такая прямо. Такая есть. Ну, ладно, давай. Ну, в общем, 81-я трансляция заканчивается. Да, она вот сегодня такая вот более болтливая под конец. Да. Произошла. Так. В общем, подписывайтесь на канал Кристи Карамелька здесь, а также заходите в Ютубе Кристи Карамелька, 241 подписчик, подписывайтесь, не хватает только вас. Также Кристи Карамелька принимает от щедрых настоящих мужчин, ну и иногда не только мужчины, вот, донаты. И карта Сбербанка и платежная система PayPal указана в профиле. Да. Вы можете скинуть после эфира, если вы сейчас постеснялись. Ой, мама очень не любит шутить. Вот. Ну, что вам сказать зрителям повторного просмотра? Как всегда, мы говорим привет. Да, всем привет. И спасибо всем, кто нас сегодня посетил. Спасибо всем, кто нам помогает в материальном смысле. Да. Всем спасибо. И всем пока. Да-да-да-да. Кукареку.